Тверской области исследовали состав воды Волги. Экспедиция стартовала из поселка Селище Сележаровского района и закончит свой путь в селе Городня. Протяженность всего пути исследования составляет 370 километров. На несколько часов научные сотрудники остановились на берегу Волги в центре Твери, где рассказали о предварительных результатах исследования. Наталья Чекет продолжит тему. В роли экспедиционного судна выступает надувная лодка с мотором, а ниже по течению ее сменил катер. Прямо на борту с помощью мультипараметрового зонда определяют показатели качества воды. pH, минерализация, мутность, содержание кислорода, сине-зеленых водорослей. Эти анализы проводились экспресс-методом по ходу проведения экспедиции. А уже в лаборатории по взятым пробам воды определят биогенные элементы и тяжелые металлы. Всего специалисты отобрали более 50 проб. В дополнение к изучению традиционных экологических параметров специалисты проводят изучение на содержание микропластика в воде. Напомним, что в Волге такие исследования проводятся впервые. Чтобы взять пробы на содержание микропластика в воде, катер идет на малом ходу и растягивает веревку, к которой крепится специальный прибор «Манта». Полученные данные законсервируют и исследуют в лаборатории Москвы, где будет представлен окончательный результат. Однако сейчас участники экспедиции определили промежуточные итоги по полученной информации. Волга достаточно сильно изменилась по ряду показателей. И в первую очередь это содержание фосфатов. Она достаточно высокая. Есть места, где ПДК превышен более чем в 10 раз. По другим показателям все находится в норме, то есть это ниже значения ПДК, но изменение характера реки очень заметно по мере прохождения нашего маршрута. Как подчеркивают специалисты, проведение комплексного экологического исследования на участке Волги в пределах Тверской области позволит дать объективную оценку экологической ситуации на реке в верхнем ее течении. Помимо этого, проведенный анализ имеет большое значение для дальнейшей экспедиции ниже по течению. А в этом году с 8 по 15 августа пройдет комплексная военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж». Ее организаторы – портал «Панорама-Про» и коллектив 17-й школы Твери. Третий переход состоится по рекам Большая Коша и Волга при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России.